Короче, слухи. Актриса из сериала «Не родись красивой» решила нарушить молчание и поделилась, что происходит на самом деле в ее семье. Каждое утро Нелли Уваровой приходится заниматься тем, что она глубоко не любит. Известно, что счастье знаменитости нашлось только во втором браке. Ее мужем стал ее коллега Александр Гришин. Вместе пара воспитывает двоих детей, дочь ее и сына Игнатия. Недавно Уварова намекала, что отношения с супругом со временем стали более сложными и неоднозначными, но она не подтвердила открыто развод. Каждое утро просыпаться, вести детей в школу. Это вот прям я не люблю. Я испытывала восторг только когда у меня дочь пошла в первый класс. Все, меня хватило на год, потом я перестала. Или просто недосып накопился, поделилась звезда. Уварова объяснила, что когда ее дети были маленькими, семья могла жить в своем ритме. Поздние вечерние спектакли и сон практически до обеда были ей очень по душе. Однако сейчас дети имеют свое расписание, и их дела начинаются с раннего утра. Актрисе пока трудно привыкнуть к этим изменениям. Любите свою жизнь и подписывайтесь.